Артурс Снипс. Хлеб насущный. Читает Евгений Бразов Брушковский. Женщина выбежала из хорошо отполированных коричневого цвета дверей и, даже не застегнув длинного красивого зимнего пальто, бросилась через улицу, блестел гладкий, тщательно выметенный асфальт. Стоявший на стоянке водитель такси завел свою новенькую элегантную машину. Женщина села в нее и погрузилась в мягкое, удобное сиденье сзади. Не успел таксист отъехать от стоянки, как женщина начала всхрипывать. Губы ее задрожали, некрасивая гримаса исказила лицо, поблескивал неровный ряд мелких зубов. Женщина собой не владела. Слезы текли по щекам, и она, скрывшись за спинкой переднего сиденья, плакала уже неудержимо. Шофер великолепно чувствовал свою машину и мастерски ее вел, ориентируясь на улицах не хуже, чем в собственной квартире. Такси, как живое существо, повиновалось скупым разумным движением его рук. Ему было не более сорока, среднего роста, не очень плечистый, с гладко выбритым лицом. Темный хороший костюм и ослепительная рубашка — все это делало его весьма привлекательным. Попетляв в узких лабиринтах улочек, машина выскочила на широкую прямую магистраль. Снизив скорость, водитель открыл ящичек на передней панели — в котором обычно хранил всякие мелкие вещи, и достал пачку печенья. Бережно и в то же время ловко его развернул. Женщина плакала. Печенье было, несомненно, вкусным. Перемолотое крепкими зубами, смешанное со слюной, оно превращалось в нежную, изумительного вкуса глинистообразную массу. Водитель прищурился от удовольствия, и только челюсти, вопреки блаженству, которые выражали черты его лица, работали уверенно и невозмутимо. Временами казалось, что шофер голоден, однако неторопливые движения и удовлетворения, написанные на его лице, свидетельствовали скорее не о желании утолить голод, а об удовольствии просто так, спокойно и уверенно двигать челюстями. Нечто торжественное, подобное ритуалу, было вообще в движениях водителя. Не отрывая взгляда от полосы асфальта впереди себя, он с изысканной небрежностью брал печенье и размеренно и быстро подносил его ко рту. Ах, блаженный, божественный миг! Печенье, зажатое двумя пальцами — элегантным движением взлетает вверх. Язык уже предчувствует рыхлую, пористую сушь. Во рту скапливается слюна, но водитель не спешит. Долго, кажется, бесконечно долго рука с печеньем задерживается у рта. Но ну вот губы приоткрываются, печенье и осторожно и проворно проходит в их изгиб, и челюсти стремительно схватывают его. От удовольствия водитель щурится, и даже на мир он смотрит иначе. В глубине взгляда ощущается глубокая философия. Позади него за спиной слышатся всхлипы. Женщина продолжает плакать. Чья-то «Волга» обгоняет такси. Через улицу тащится пешеход, и водитель нехотя отрывает от пачки с печеньем руку. Жизнь нравится ему. Порой кажется даже прекрасной, как сон. Но плохо ли разъезжать в новенькой недавно полученной машине? Мотор работает как часы. Есть чему радоваться. На таком моторе можно пройти миллион километров. Выдержит, если не случится авария, если слесаря по ремонту будут следить за техническим обслуживанием, если деньги будут идти в руки. И кто знает, накатает миллион тут ему и слава и честь. Так или вроде того, думал водителя своей жизни. В самом деле, он ведь основательный человек, хороший специалист, знает свое дело, в любой момент готов помочь советам. Исправно выгоняет месячный план, премии получает. Его уважают на работе, да, он и стоит уважения. Водитель поднес ко рту очередное печенье, подержал, понюхал и крайне довольный покачал головой, постучал печеньем по рулю, как бы испытывая его прочность, никаких изъянов, и как-то так просто, так обыкновенно рука с печеньем поднялась до уровня глаз. Водитель посмотрел на солнце сквозь желтый, рыхло нежный пласт в предощущении великолепного вкуса вкуса ему и мир виделся на редкость приятным и сладостным. По-детски удовлетворенно засмеялся и опустил печенье ниже, отдавая его жадным зубам. Женщина плакала. Они все ехали, мимо мелькали городские пейзажи, серые мокрые корпуса заводов, темная, еще не замерзшая вода каналов — Памятники под дождем, как заплаканные, голые насаждения и голые здания. Мерно урчал мотор, они ехали, и они также были частью и частицей этой всхлипывающей, по-зимнему голой и невыразительной картины. Во рту водителя таяло печенье. Он обаятельно улыбался, улыбался всем понятно, ведь известно, сколь вкусны печенья, как они крошатся во рту, как пахнут и как сквозь них выглядит мир. Машина мчалась. Женщина плакала. Черты лица таксиста дышали рекламным удовлетворением, приближавшимся в своем выражении к совершенству. Утонченным игривым движением он извлек изо рта кусочек печенья и, помяв в пальцах, залепил мягкой массой оба уха. Остаток же положил на язык, положил почти так, как хлеб насущный кладут на лопату и ставят в печь. Женщина плакала. Такси виляла, и женщина, поддавшись его движению, несколько раз больно ударилась головой о дверцу. Впереди машины пробежал, подпрыгивая, Маленький прыткий мужичонка с чертежным рулоном под мышкой. Реяла его белая борода. По правую сторону от машины промелькнули развалины довольно большого дома. На лице водителя не исчезали ни выражения подлиннейшего удовольствия, ни широкая улыбка. Следующее печенье он долго и лаком вертел перед глазами, глядел на преображенный мир — с уверенностью счастливого и всезнающего человека. Рекламная улыбка и еще одно печенье исчезло во рту, хрустя на зубах, как новенькая рублевка. Старая Рига. Машина свернула в какую-то узкую улочку и остановилась около недавно окрашенного дома. Выключив счетчик, водитель произнес. Прошу. Не терпели бы покашливал. Великолепные югославские ботинки, прям-таки подходящие для того, чтобы сжать на педали, выбивали на полу салона ритм нетерпения. Не переставая всхлипывать, женщина искала в сумочке кошелек с деньгами, прошептав Спасибо. Некоторое время беспомощно нашаривала дверцу, пока ее не открыла. Выйдя, споткнулась, заскользила по зимнему асфальту обувь. Заметив на ее ногах туфли, похожие на его собственные, водитель сделал круглые глаза. Он внезапно ощутил какое-то странное сродство с этой чужой женщиной. Мелкая дрожь пробежала по его телу. Он смотрел растерянно, охваченный острым и неприятным чувством. Вся его сорокалетняя жизнь заскользила мимо длинно и нудно. В памяти вереницы потянулись юбилеи, торжественные даты, плановые премиальные рубли и проценты. Прильнув к стеклу машины, в крайней растерянности он наблюдал, как женщина подхватила свалившуюся с ноги туфлю и как метнулась в подъезд ближайшего дома. Еще в Вполне не придя в себя, он тянется за печеньем и вдруг успокаивается, почувствовав во рту привычный вкус сладкого. Оглядевшись удивленно вокруг, щурится от наслаждения и улыбается и снова удовлетворенно смотрит. Шурша шинами, Машина набирает скорость и вертка втискивается в поток на центральной улице, сливается с ним вместе, моргая сигнальными огнями, вместе останавливается у светофоров, вместе скрипит тормозами, приводя пешеходов в восхищение своим элегантным, современным видом. Перевод Любови Осиповой. Напечатано в сборнике «Один день на милой доброй земле. Латышские рассказы. Составление предисловия Зигмунда Скуиня. 1981 год».